На сцену выходит мой друг большой, легенда, самый титулованный артист нашей российской эстрады, народный артист Советского Союза, герой социалистического труда Иосиф Давыдович Кобзон. Добрый вечер! Когда-то я этого юного музыканта называл и называю Олежка. А теперь мы повзрослели. Мог ли ты предположить в 71-м году, что ты выйдешь на сцену Кремлевского дворца съезда? Не мог. И мы не могли. Но ты трудился и заработал это право. Когда Олег пригласил меня на выступление в свой концерт, мы вспомнили песню, которую я когда-то спел. И называется она «Товарищ подполковник». Подполковник, где ваша осанка? Гордо поднятая голова. Разве шли вы таким против танка по степи, где дымилась трава? Разве шли вы таким в наступление, ни чужих, ни своих не щадя, чтобы с боем прорвав окружение, заслужить благодарность вождя? Товарищ подполковник, не надо горьких слез. Товарищ подполковник, шагните в полный рост. Ведь ваш приказ исполнил убитый батальон, и вы не виноваты, и не виновен он. Ищите забвенья в стакане, не хрипите с надрывом о том, что лежит на душе у вас камень с нарисованным кровью крестом, что ночами в колымском бараке батальон к вам являлся не раз, и о том, что не пишет в ГУЛАГе капитан Солженицын о вас. Товарищ подполковник, не надо горьких слез. Товарищ подполковник, шагните в полный рост. Ведь ваш приказ исполнил убитый батальон, и вы не виноваты, и не виновен он. Шагните в полный рост, ведь ваш приказ исполнил убитый батальон, и вы не виноваты, и не виновен он.